Тебе нужен самолет. А я на самолете в Battlefield, кстати, летал. Очень замечательно летал. Так, давайте вот там вроде злой дядька, попробуем его сейчас сверху убить. Будем испробовать новый прием. Там вроде просто надо прыгнуть на него и нажать удар мачете, да? Да не перезаряжает эту пушку. Он сам перезаряжает, я даже ничего не нажимаю. А, он отошел. Иди ко мне. Он, кажется, что-то заподозрил. Нет, это не удар в падении. Не, вы чё? Симпатичный мужчина. Вон, еще один бродит. Может, на него спрыгнуть? Ой, он, кажется, нас заметил. Не, на него тоже не удастся спрыгнуть. Отстойно. Тоже не то. Жалко. Грибы. Да что эти грибы мне пишут постоянно? Такси приехало. Круто. Поехали. Заправка Northview. Знаете, если там заправка, значит там есть бензин. Если есть бензин, то его можно взорвать. Темнеет. Видали? Просто случайно так взяло и стемнело. Мы, видимо, уже 12 часов играем в эту игру. Так, как на заправку-то прорваться? Куда ехать? Сейчас заправим нашу машину. Ой, нет, здесь плохие заправщики. Знаете, они очень злые. Зря мы туда поехали. Придется по-другому идти. Пулеметик-то какой! Ауч, больно. Обочки, вкололи адреналинчика и вперед. Ой, все в огне. Что-то здесь горит все. Ты че кидаешься? Это ж пожары. А-а-а, горю! Сгорели. Жалко. Очень печально. А что там, если я на вражескую машину сажусь, они ее отслеживают и все очень плохо становится? Давайте посмотрим, что будет, если мы захватим эту самую заправку. Мне очень интересно стало. Это, наверное, как в Assassin's Creed, знаете, там бегаете и всяких дядек убиваете злых, а потом все хорошо становится. Ты умрешь. Ты умрешь. Я тебя не боюсь. А следуй! А, горю! Огненный мужик! Тушись! Тушись, я тебе говорю! Тушись! А! Нет! А, и там стреляют! Что происходит? Вот этот чувак с огнем, он очень жесткий. Какого фига он меня поджигает? Какая смерть по счету? Сотая? 101-я? 105-я? Да не, мы мало умираем. Мы практически не умираем. Так, давайте по стелсу. Так, как и задумывали разработчики. Потому что первая миссия была по стелсу. И они такие: о, смотрите, мы в Far Cry стелс сделали. Звук оттуда шел. Здрасте. Упс. Нас, кажется, заметили. Ну ладно, так тоже нормально. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Смотрим. Он выжил. Почти. Умри. Умри. Сигналку надо отрубить. Вот оно чё. Как ее отрубить? Отрубись! Какая же за подкрепление идет? Прикольно.
Yes! Одного пристрелили. Как ее отрубать надо было, я не знаю. О, они все там упали, что ли? Бедняжки. Они водить вообще не умеют. Ребята, с вами все в порядке, нет? Ой, он, кажется, умер. И машина у них раз... Как они это сделали? Даже я так не могу водить. Патроны кончились. Страшно, слушайте, у меня патронов... Ой, фотоаппарата мне зачем? У меня ноль патронов. Что делать? Там ниндзя сидит. Потрогаем этого. Может, у него патроны есть. Ага, есть. Так и есть. Я его нашел. Я никуда и не прятался. Здрасте. А, вот она эта штука, вот как она отключается. Все, флаг поднимаем. Да, они водить не умели. Вот эту штуку надо было сломать. Кто это приехал? А, это типа мирные приехали. Или это армия освобождения, местные индейцы с автоматами. Это все я. Это все я сделал, конечно. И теперь здесь можно брать задание. Прикольно. Снайпер расстреливает ближайший пляж. Убейте его ножом, как истинный воин. Ракьят. Аванпост наш. А, это аванпост называется. Это не заправка была, это аванпост. Вот оно что. Посмотри на доску объявлений. Мне нужна ваша машина. Да, тут индейцы против негров. На самом деле тут много группировок. Тут даже есть в менюшке путеводитель. Или не в путеводителе. В общем, где-то там есть, там настройка есть прям, знаете, как же это называется? Ну, все группировки там расписаны. Такая-то группировка, такая-то группировка, такая-то группировка. Да. Пойду-ка я пешком, наверное. Или на эту сяду. Как она застряла здесь? Как? Что я не так делаю? Давай. Едь. Просто едь. Отлично. Вот я тоже удивился. Что она там застряла? Опс. Столбик. Столбики — это плохо. Давай, буксуй. Темно просто, видите, ночь, плохо видно, не видно, куда еду, вот поэтому я врезаюсь. Делаем ставки, сколько выдержит машина. Не верите в мои высы... Да твою мать! Кто это придумал? Почему здесь свалка автомобильная? Нет! Я выйду отсюда, я выйду. Давай, разворачивайся. Нет. Какого черта, что это за фигня? Там клад? Я не знаю, что там. Все в порядке, все в порядке. Это просто насладились мы видом. Ничего страшного. Сейчас снайпера будем искать. Это все мои бывшие автомобили были, ага. Ой, кажется, нас заметили.